Ключевой темой аппаратного совещания Министерства здравоохранения Тувы сегодня стала эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вводится масочный режим, ограничения на посещение родственников больных, находящихся в стационарных отделениях. Согласно данным еженедельного мониторинга, за предыдущую неделю по поводу гриппа и ОРВИ в лечебные учреждения обратились около 2000 человек. Лабораторным методом выявлено 29 случаев заболевания вирусным гриппом. Госпитализировано 144 больных, зарегистрировано 25 случаев небольничной пневмонии, состояние больных средней тяжести одного тяжелой степени. Орлан Дангак поручил ответственным специалистам направить рекомендательные письма в адрес Министерства образования и других ведомств о необходимости усиления мер профилактики, проведения более тщательного утреннего фильтра с недопущением к основному коллективу лиц с признаками заболевания, введение масочного режима и локальных карантинных мер по группам и классам в детских и образовательных учреждениях. Нужно, чтобы везде работали безопасные для человека бактерицидные лампы. Необходимо также соблюдение режима проветривания и влажной уборки помещений. Кроме того, в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, объектах культуры рекомендована установка безопасных для человека бактерицидных ламп. Необходимо также создание условий для мытья рук в очагах культуры, рынках, точках общественного питания. При отсутствии 20% детей в образовательных и дошкольных организациях по причине гриппа и ОРВИ рекомендовано введение ограничительных мер изданием приказов и распоряжений руководителей.